Точкой экстремума стала четвертьфинальная схватка в самом легком весе между дагестанским борцом Исмаилом Мусукаевым и одним из главных претендентов на поездку в Рио – якутом Виктором Лебедевым. После одной из атак Лебедев получил спорные 2 балла от приглашенных из Монголии судей. Просмотренный повтор также не повлиял на решение коллегии. Дагестанский спортсмен с судьями явно был не согласен, и протест вылился в потасовку с участием ОМОНа. Чемпионат был приостановлен на 3 часа. В результате судьи отстранили от работы, а Исмаилу Мусукаеву предложили выступить на Кубке мира и продолжить борьбу за путевку. Однако сборная Дагестана отказалась бороться и снялась во всех весовых категориях. Но и этот поступок не отрезвил организаторов чемпионата. И стены, и судьи активно продолжили помогать Лебедеву и в финале схватки с Александром Богомоевым. Счет был 1-0 в пользу Александра. После очередного приема Лебедев оказался вне ковра, но эпизод не засчитали. Александр от повтора отказался. Затем судьи посчитали, что наш Богомоев ведет пассивную борьбу и дали ему 30 секунд на прием. Александр не уложился во время, и счет стал равным. Да, протест не принимается с бурятской стороны. И Виктор Лебедев в 6-й раз становится чемпионом России. Дает руку Александру Богомоеву. Богомоев согласен. Победителем объявили Виктора Лебедева. А затем, немного подумав, золотую медаль вручили и Александру Богомоеву. Кто отправится на Олимпиаду, все еще не ясно. Спортсменов ждет дополнительное испытание. Еще одну медаль на чемпионате России завоевал наш балдан Цыжипов. В весе до 125 килограммов он встретился с борцом из Кемеровской области и одержал уверенную победу со счетом 3-1.